Всем привет! В сегодняшнем видео хочу с вами поделиться рецептом разрыхлителя, как его можно легко приготовить в домашних условиях. Просто много было в последнее время комментариев, именно вот, когда я готовлю выпечку, я говорю, вот сейчас я добавляю разрыхлитель, который я готовлю сама. И мне часто стали писать под видео в комментариях, то, что поделитесь, пожалуйста, рецептом, как вы готовите. И вот сегодня я решила, ну, более подробно заснять данный рецепт приготовления. Готовится все очень быстро, буквально за минуту все будет готово. Разрыхлитель я уже давно перестала покупать в магазины, потому что его можно приготовить, ну, буквально за считанные минуты. И сейчас я вам покажу, как я буду это делать. У меня здесь лимонная кислота, я добавляю 1 столовую ложку. Поближе, чтобы видно было. Далее нам потребуется сода. Сода добавляю 2 столовые ложки. Хочу сказать сразу, по многу я не готовлю, готовлю в маленьких порциях, чтобы он был такой более свежий у нас, не залеживался. Ну, хотя залеживаться ему некогда, я выпечку часто готовлю, чуть ли не через день. Ну, готовлю вот всегда в небольших количествах. Далее беру крахмал. У меня картофельный крахмал, можете использовать кукурузный. У меня вот который был, такой я и добавляю. Добавляю 2 столовые ложечки. И здесь у меня мука тоже, она сюда входит в состав. Добавляю тоже 2 столовые ложки. И все как следует перемешиваю. Немного ложкой придавливаю к стенкам, чтобы раздавить лишние комочки. Вот там лимонная кислота тоже такая. Кристаллики, чтобы немножко их подавить. Я вот так ложечкой придавливаю об стенки. Все, видите, готовится все очень быстро. Не надо бежать в магазин, искать его, покупать, если вдруг он у вас внезапно закончился. Я думаю, такие ингредиенты есть, ну, в каждой семье, у любой хозяйки на кухне. Сода, лимонная кислота, крахмал и мука. Вот, и вот такая баночка у меня получается. И выпечку я примерно добавляю 1 чайную ложку, либо 1,5 чайные ложки, в зависимости от объема, который я готовлю при приготовлении какого-либо теста. Ну, в основном 1 чайная ложка идет домашнего разрыхлителя. Так что вот такой незамысловатый рецепт. Так что пользуйтесь. Но я, конечно, знаю то, что для многих я не сделала открытие. Многие знают эти рецепты. И у каждого они все свои рецепты. Я вот показала, у меня спрашивали, я показала, как готовлю именно я. Все, я все как следует перемешала. Все, и сейчас данный контейнер накрою крышкой. И поставлю, где у меня хранится все для выпечки. У меня вот тут тоже в таком же контейнере хранится сахарная пудра. Очень удобно. Вот я вот так вот сдвигаю в сторону все вот эти пакетики с лимонной кислотой в бок. Беру. Которые вот у меня какие-то специи открываю, я вот так потом прищепочками защепляю, чтобы у меня нигде ничего не рассыпалось. Либо вот, вот такими, которые вот вешалки для полотенец предназначены. Вот. Мне нравится такой способ.
Все, и ставлю эти баночки вот так вот в контейнер. Контейнер я эти покупала уже давно в фикс прайсе. Мне очень нравится. У меня есть специи тоже в них хранятся. И вот таким образом убираю в ящик. Ну вот, на этом все. Я буду заканчивать данное видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.